Готовим очень вкусную закуску из картофеля. Берем картошку и тонко нарезаем кружочками. Я нарезаю шинковкой, но можно и ножом. Главное, чем тоньше, тем лучше. Теперь берем миску и перекладываем картофель. Заливаем водой и хорошенько промываем. Обязательно сохраните это видео. Далее берем бумажное полотенце или туалетную бумагу и выкладываем картофель на расстоянии друг от друга. Теперь накрываем картофель еще одним слоем бумаги и как следует промакиваем лишнюю жидкость. Берем подходящую миску и перекладываем картофель. Сверху добавляем немного масла и перемешиваем. Теперь нам понадобится пергаментная бумага. С помощью карандаша и ножниц придаем ей круглую форму. На пергамент выкладываем картофель и добавляем соль. Ставим в микроволновку примерно на 3,5 минуты. Еще пару порций специально для гостей я делаю с копченой паприкой и сушеной зеленью. Быстрые и вкусные домашние чипсы готовы, и в них нет химии и лишнего масла. Подписывайтесь на меня, чтобы не пропустить новое полезное видео.